Таиланде, на острове Качан. Сейчас мы будем с вами инспектировать отель Качан Resort. Отель находится сразу на центральной дороге. Шарики, фонарики. Это у нас ресепшн. У них два пула, два бассейна. Вот он один. С прекрасным водопадом. И, судя по всему, там джакузи, потому что выделено в круглую зону. Есть качельки. Столик детский. С вами в корпус, который находится через дорогу на первой береговой линии. Это, судя по всему, второй бассейн, который находится на первой береговой линии. Детские качельки, детская какая-то площадка, бунгало, бар, вилла с видом на море. Мы сразу на берегу моря делать массаж. Прямо на первой береговой линии одна большая кровать, чайный уголок. Москитная сетка. Плазменный телевизор, холодильник. Москитная сетка. Закройте, да, есть москитная сетка, как мне подсказывают коллеги, что можно не закрывать дверь. Есть такой вентилятор, как я обычно люблю. Вот, пожалуйста. Центрального кондиционера здесь нет, индивидуальный. Так, здесь у нас маленький такой. Ванная, здесь нету ее, тут душ и раковина, и вот совсем компактная фен. И вот он наш пляж. Пляж крутой, мне нравится. Здесь нет никаких ступенек, видите, сразу прямой выход, он длинный. Можете пойти направо, можете пойти налево, качельки висят. С той стороны еще одни качельки. И вот они, эти бунгало. Это салон, который мы с вами смотрели. Бар. Вот он, бассейн. Для тех, кто не хочет купаться в море. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Это, я понимаю, главный ресторан. Ну, может, не главный, но один из ресторанов. И бар по совместительству. Номера, в которой находится уже не на первой береговой линии. Судя по всему, такие же бунгало. Сетка на двери есть от комаров. Одна большая кровать. Да, тут, конечно, далее очень больших любителей такого цвета, ребят. Ну, сами смотрите, обычный телевизор. Холодильник. Отсутствует. Ага, вот он, холодильник у нас спрятался. Вот он есть, все пустое. Чай, чайник есть. Вентилятор, кондиционер индивидуальный. Ванная комната здесь у нас. Закуток с цветочками какой-то. А тут у нас душ. И еще разок. Ну, номер небольшой. У них есть корпус через дорогу. Вот такой вот водоем. И с другой стороны такой же. Также на первом этаже у них находится парковка. И вот он, наш корпус. Игровая площадка. У них есть номера и на первом этаже, но не готовы. Так, сниму вам для общего развития.
обычные телевизоры, индивидуальный кондиционер, маленький санузел совсем, душ обычный. Так, тип номера стандарт, мне подсказывают, что здесь нет окон, покрытие здесь плитка на полу, телевизор обычный старый, кондиционер индивидуальный. Это, судя по всему, у нас такой же маленький санузел, как мы с вами на первом этаже смотрели. Душ, кабинка. И вот тут какой-то выход есть куда-то. И вышли с вами на балкон. Есть балкон? Балкон есть, но окно находится в туалете, в ванной комнате. Вот это окно ваше. Ну, балкон зато большой. Видите, здесь... И вид у нас на сад. Две у нас кровати отдельно стоящие, тут могут вам сдвинуться, если вы попросите. Вот тут даже тоже есть зонтики. В шкафу. Что у нас в шкафу? Есть сумка для вещей. Видите, пусто, и он не работает. Рюмочки воды. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.